Sonic Boom. Будет здорово. Вы как дети. Я люблю розыгрыши, но, может, более практично будет заставить его вымыть ванную хитростью? Нравится мне это шоу. А кто тут синий парень, похож на Соника? Я шпионю за Соником, бестолочь. Но он ничего не делает. Когда-нибудь сделает. И тогда я узнаю что-нибудь полезное. Мне просто нужно следить за ним. Следить. И еще раз следить. Думаю, чтобы эта шутка сработала, объект должен спать. Видишь? И ты кое-что полезное узнал. Отличный вкус! Ладно, он проснулся. Что дальше? Знаете что? Давайте отправимся в каньон и посидим под тем гигантским камнем на скале. Я не знаю. Он же вот-вот упадет и может нас расплющить, как блин! Тогда моя вкусная кремовая начинка выстрелит, как зубная паста. Я за. Я знал, что терпение окупится! Ха-ха, люблю технику. Столкнем булыжник на эту отвратительную синюю крысу. Нам нужна минутка. Верно, стойте там, как болваны. Именно это они и делают. Стоят! Вы тоже стоите? Тише, болван. Когда я столкну этот булыжник со скалы, я избавлюсь от Соника раз и навсегда. Да ради всего ужасного! Не летайте в стороне, помогите! Но вы же внизу! Мы заметили твоего робота, так что это была дезинформация. Я перехватил видеосигнал и отправил запись с нами на дно каньона. Говорил же, технике нельзя доверять. Нет, минутку, это я им говорила. Но если ты шпионил за нами, наверное, слышал. Конечно, ты использовал технику для шпионажа, а значит, информации, которая получена с помощью техники, тоже нельзя доверять. Девица-параноик права. Машинам нельзя доверять. Так что я отключаю все. Включая нас? Вы не в счет. Вы недалеко ушли от пресс-папье. Меня беспокоит Эггман. Он что-то плохо отреагировал. Уверен, он в порядке. Он просто... Потрясающе! А это что? Это миска. Ах да, миска! А как она работает? Кладете продукты и мешаете. Ложкой. Ложкой? Чудесно! Она управляется лазерным ложечным анализатором или гидравлическим мешателем? Ложку держит рукой. Потрясающе! Беру! Видите ли, я отказался от техники. А что у вас есть из оружия, уничтожающего синих ежей? Оно не пользуется особой популярностью, поскольку Соника любят. Но берите скалку или сковороду, не ошибетесь. Это классика. 50 штук? Доставить вам в логово? О, нет-нет-нет, я бросил свое логово. Техника же! Я устроил экстренное собрание общества молнии, чтобы доложить, что доктор Эггман оставил свое логово. Захватим его? Лучше, чем встречаться здесь. Посмотрите на это место. Оно решит все наши проблемы. Злодейское логово полное штук, всякой всячины. Финтифлюшек. О, да,
Я сокрушу все и вся. Я ж Соник! Готовься к великой битве без использования техники! Серьезно? Это выглядит достаточно серьезно? Нет. Возможно, сеть ручной вязки изменит твое мнение? Вряд ли. А эти осветительные бомбы из воска? Это бой, или ты торгуешь поделками? Одно другого не исключает. Я разберусь в этом деле. И тогда тебя ничто не спасет. Ага. Дай мне контроллер. Ты не прошел последний уровень, моя очередь. Ух ты, что такое с этой штукой? Я разберусь. Эггман взялся за старое? За века могли бы изобрести способ попроще. Включи звук, я ничего не слышу. Похоже на регулятор громкости. Вы разберитесь со СМИ-ботом, а я узнаю, что происходит. Нужно больше света, чтобы сбить масло. Никакой техники! Я закажу пиццу. Кто хочет? Ты в порядке? Да, все отлично. Ведь я, разумеется, просто мечтал провести отпуск под гигантским булыжником. Робо-пчелы? Да ладно! Эй! Извини. Не беспокойся за меня. Я просто отгрызу себе ногу. Хорошая мысль, я ведь давно уже ничего не ел. С меня хватит. Эггман, прекрати свое безумие немедленно! Прости, но если не посадить сорго сейчас, зимой не испечь пирожков. Хочешь сказать, не ты стоишь за нападениями? Не знаю, о чем ты. Дай мне доступ к компьютеру доктора Эггмана. Похоже, кто-то занял логово. Подключаюсь. Это общество молнии. Эти неудачники, поэтому атаки беспорядочные. Смотрите, они выпустили робо-корову. Эгги, ты должен мне помочь. Вот, бери сковородочную катапульту. Мы зря тратим день. Ой. Интересно, а это зачем? Но! Эй, вы там! Я сказал но! Арбат, Кьюбат, проснитесь, вы должны... Я теперь одинок. Что ж, мне не оставили выбора. Я должен вернуть свою технику. Серьезно? Невозможно определить, во что они стреляют. Это смешно! Эггман, как нам попасть в логово? Под этой скалой есть туннель, который ведет к черному входу. Мы застанем их врасплох. Он не знает, что мы наблюдаем. Похоже, он не так умен, как мы. Кто это? Потом расскажешь. К черному входу. Когда они войдут, кто-то очень удивится. Да. Вы! Мы знали о слежке, так что дезинформировали вас. Я сам придумал эту стратегию. Без помощи. Да ладно. Не так быстро. Мы ведь вооружены.
У тебя весело, но нам пора бежать. Перенастройка защитных систем займет несколько недель. Никаких боев в это время, ладно? Да, конечно. Привет! Я рад, что вы в порядке. Правда? Да! Логово само себя не уберет. За работу! О, пока вы не ушли! Вас масло не интересует? Извини, Эггман. Мне нужно много тостов. Фильм озвучен по заказу ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть».